Ну и, конечно же, мы не могли вас оставить без этих персонажей. Известная вам молодая пара Игорь и Лена добрались до Юрмальского пляжа. Ну, здравствуй, 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 море! Лена! А ты наши полисы смотрела? Грыжа, это страховой случай, а? Игорь, не начинай. Взяла немного еды на пляж. У нас же завтрак включен, а... Мозг выключен, да? У меня все там продумано, все по контейнерам. Угу. Соль в спичечном коробке. Вот в этом? О, рассыпалась. Только давай без скандалов. Не получится. Потому что Ленушка уже просыпала соль. Почти как по Булгакову, да? А чё почти? Ты на сумку глянь. А, кот-бегемот прав, чё почти? Она и масло пролила, да? Перцы потекли. Перцы? Ну, взяла в магазине готовой еды. Я так понимаю, еды готовой ко всему, да? К бадминтону, к волейболу. Чё тут ещё? Вы бы ещё фрисби взяли. Обижаешь? На ферзя в тебя за недоверие. И все это теперь под соусом, да, Лена? Нет, конфеты и печенье в отдельном пакете. А, это хорошо. На, держи, конфетки, печеньки. Давай помянем Ленину фигуру. А что конкретно тебя не устраивает в моей фигуре? Лена, я, если что-то одно выделю, и все остальное обижу, ты же понимаешь. Ты вот мне хамишь, а у меня, между прочим, купальники испачкались. А нефиг было брать столько купальников на пляж. Зачем тебе издельный и раздельный? Тебе легко говорить, можешь только в плавках купаться. Лен, давай не будем никого обманывать, ты тоже можешь только в плавках купаться. Ну все, Игорь, я сыта этим по горло. То есть ты это есть не будешь, да? Зря пёр я это все сюда. Как ты не понимаешь? Я же все это только для тебя и делаю. Татуировки эти сексуальные сделала. На животе цветочек, на груди бабочку. Зачем? Чтобы я через 15 лет увидел, как бабочка сядет на цветочек. И повод долго не искать. Так нафиг повод давай. Ах, это я тебе даю повод, да? Кто? Кто в туалете накурил? Кто шкаф весь обувью забил? Кто мою маму оскорбил? Ха, так по делу. А кто диету выбрал, но никак не сел? А кто футбол без пива в жизни не смотрел? Когда хочу я в ванну, ты там 3 часа сидишь. Когда хочу я секса, ты вечно спишь. Но как, скажи, без вас прожить?